Всем здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Ну что, начинаем проходить Dead Light, режиссерскую версию. Прошлая серия была как пролог, просто мы почитали дневник Рэнди, вот. А сегодня мы начинаем уже проходить непосредственно на игру. Ну что, давайте начнем. Я тут запускал ее, смотрел немножко. Вот. Но, в принципе, я там, видите, вообще время игры 0. В принципе, ничего такого не делал. Вот. Ну давайте. Первый эпизод. Погнали. Just like sharks. Как и акулы, когда они прекращают двигаться, они умирают. That's how you are, Carla. Вот как ты, Карла. Save yourself. Спасешь себя. Сиэтл, штат Вашингтон, 4 июля 86 год. 145 дней после нулевого пациента. После бури настал покой и затишье, что сводили людей с ума. Карла! Карла! Зачем? Зачем? Рэнди, ты можешь мне сказать, какого хуя здесь произошло? Она вся искусана. Она знала, что не следовало выходить наружу. Ты убил ее! Ты ублюдок! Ты убил ее! Она мертва! Какого черта ты натворил? Мы бы все сейчас были мертвы из-за твоей маленькой сестренки. Сколько раз мы говорили не отделяться от группы? Никогда, значит, никогда. Выстрел привлечет их больше. Внимание, короче. Либо мы доберемся до военного укрытия, о котором ты так много говорил, дедуля, либо мы все умрем. По радио говорилось, что оно где-то здесь, оно чуть дальше, 5 миль, на запад. Давай убираться отсюда, пошли. Я не оставлю свою сестру здесь одну. Ничего теперь не поделаешь, Стелла. Окей, лестница сломалась. Сэм, Бен, Стелла, уходите отсюда, доберитесь до убежища, я встречусь с вами там. Я должен найти свою семью, это единственное место, куда они могли отправиться. Крепись, Рэнди, и удачи. Я знаю, что мы их найдем. Тот день не был началом чего-либо и не положил конец чему-то. Это был всего лишь еще один день, как все остальные. Мир умирал, а мы в нем были выжившими. Ну вот, собственно, такое вот начало. Начало такое. Борьбы с тенями. Удачи, Рэнди. Предместье Сиэтл, штат Вашингтон, 4 июля, 86 год. Вот, в принципе, мы отделились от группы. Теперь нам надо выбраться с этого ангара, с этого склада. Вот тени уже ломятся в дверь. Вот. И... короче, жопа наступает. Окей. Так, локон золотисто-рыжих волос, моя последняя воспоминание о Карле. Короче, Рэнди застрелил одну из сестер-близняшек, по-моему, ну, я так понимаю. Ее покусали. Так, давай, на теле полно укусов и ушибов. Она была застрелена в голову, в упор. Да, интересно, кто это сделал, а? Так, что там еще? Ты теперь свободна, Карла. Некоторым из нас не так ведь. Ну, с одной стороны, да, он избавил ее от мучений, короче, пристрелил. Вот, и спас. В основном, грубо, короче, пожертвовал одним. Спас несколько человек, пожертвовав одним, короче. Так, взаимодействие с предметом понятно, что семья. Так, space bar прыгнуть, ухватиться за выступ. Окей. Дважды нажмите Е, чтобы выбить дверь. Смотрите, один из теней здесь лежит, это женщина, походу, да, такая. Полная женщина. Окей, окей, окей. А, Рэнди, молодец, пожалуйста, давай. Закидывай все шкафами, чтоб не прошли. Так. Дерево прогнило, и доски ослабли.
понятно. Мой вес их не сломает, может я найду что-то достаточно тяжелое на складе. Окей. Я тебя понял. Смотри, смотри, они ломятся даже здесь. Со всех сторон. Со всех сторон. Окей. Смотри, смотри, руки, руки. Они. О-о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 -
он может карабкаться. Тень может карабкаться, а по лестницам они не могут, да, лазить? Отлично. Убежище Сиэтл должно быть последним укреплением на Тихоокеанском побережье северо-запада. Все выжившие должны быть, пытаются добраться до туда. Так. А, я просто выключил радио, да? Ну окей, смотри, там плейбой на стенке висит, плейбой. Отлично. Джой-бой. А, Джой-бокс. Или Джой-бой написано. Не плейбой, а Джой-бой. Джой-бой. Ладно. Так, шляпчик. Смотри, там уже набежал. Утерянная страница из моего дневника. Окей, смотри, давай читаем. 4 июля. Одна из девушек сегодня умерла. Юная Карл умерла на заброшенном складе, а я ничего не чувствую по этому поводу. Совсем ничего не чувствую. Скорбь – это то, что исчезает со смертью. Прошло уже больше 4 месяцев с начала этой чертовой болезни, что уничтожило наш маленький мир. Все, о чем мы знали в мире, исчезло. 4 месяца, которые изменили законы природы и людей. Также 4 месяца без моей жены и дочери. Тяжело идти дальше, когда 4 месяца тянутся, как 4 года. Еще сложнее не оставлять надежду. Пытаюсь найти их в единственном месте, где они могут быть. Сегодня даже молодые гибнут. А вещь, которая все еще меня запутывает, некоторые продолжают жить, или как назвать то состояние, в котором они находятся. Мы выжившие из исчезающего мира, но мы... Иногда я сомневаюсь и думаю, мы живы или тоже мертвы. 2 дня прошло с тех пор, как мы пришли в Сиэтл в поисках нашего последнего шанса. Сегодня 4 июля, особый день для американцев. День независимости, как говорят, день рождения нации. Как глупо думать о рождениях. Никто не будет ничего сегодня праздновать. Да, сегодня время не для праздников. У нас апокалипсис, тени наступают. Смотрите, уже сколько их внизу там. Уже прорвались. Окей, тут, я понимаю, надо перепрыгнуть, да? Удерживайте Е, чтобы схватить тяжелые предметы, передвигайтесь, чтобы толкать их или тянуть. Окей, давай сначала сюда залезем. Заберемся. Закарабкаемся. А ID незнаком, своего имя РТ Чейз. Окей. Вы просили, кстати, называть зомбарей, короче, тенями, чтобы более как атмосферненько было, как в игре. Называются. Отлично, отлично. А ну-ка, попадут они туда, а нет? Ну-ка, давайте. Я тут. Ну-ка, ну-ка. Ах, тварь. Ну-ка, погоди, я сейчас перепрыгну. Может, они за мной пойдут? Ну-ка, давай. Не хотят, смотри, не хотят. А, во-во, полетели, полетели, полетели. Полетели, давай, давай. За ними следом. Окей, молодец. Умница. Так, нажмите. Еще один такой, смотри, унылый. Я пошел падать. Нажмите S, чтобы повиснуть на уступе. Потом нажмите S, чтобы спрыгнуть с уступа. Окей. Так, лестница. А мы можем быстро спускаться? Потом проверим. Смотри, кучка теней уже тут. Так, что у нас? Залезем куда, да? Какая-то генераторная, что ли? Я понял, сюда надо двигать ящик. Все будет. Окей. Так, левый контур, чтобы прыгнулся. Блин, левый контур. Ненавижу левый контур пригибаться. У меня палец вечно отсыхает. Используйте окружение против врагов. Нажмите зеленую кнопку, чтобы раздавить тень. Давай. Подходи. Молодец. Вовремя споткнулся, ублюдок. Так. Отлично. Отлично.
Так, куда? А, наверх нам туда не, провор... не идет. У нас же точно, у нас же платформа. У нас только прямо и назад. Смотри, тут стекает. Ну, я думаю, это вода. Просто так сделано, темненько. Ну и сзади, да, вот этот фон, который... дальность, да, вот эта прорисовки прикольно сделана. Очень мне нравится в современных, короче, этих платформеров. Это вот задний фон, да. Дым там. А, отсюда надо перепрыгивать. Окей, я понял. Опа, опа. Успел. Успел. Отлично. Так. Погоди, мы можем... Ой. Все свалилось. Удерживайте левую шестую. А, короче, разбежаться, прыгнуть. Все разваливается. Твою мать. Ангар на соплях держится. Бен и остальные выбрались, они заслуживают лучше, чем этот мир. А, вон, смотри, они на фургончике, короче, поехали, погнали. Не дождались, падлы, меня, да? Ну, ладно. Они, видимо, подумали, что я сдох, короче, меня съели. О, можем спускаться, да. Нажмите F, чтобы привлечь врагов. Ну, давай. Смотри. Как собачек. Ну-ка, давайте. Давайте, Бобик и Люлик. Окей. Получи разряд. Разряд готов. Окей. А, отлично. Теперь можем пробраться. Смотри, череп как-то нарисован, да, типа. Не входи, убьет нахер. Блин, все-таки прикольно сделал. А, бегите, нажав левый шифт, чтобы выбить ветхие двери. О, что это? Аптечка первой помощи. Я порой их нахожу, к счастью. Я в порядке, не нуждаюсь в них. Окей, я понял. А наверх нам не залезть, да? Не допрыгнуть. Окей. Отлично, выбиваем плечом доски. Тоннель обслуживания А5, 4 июля, 86 год. Окей. Ну, кстати, вот про то, что я говорил, то, что, да, название... главы, короче, акта, ну, шрифт, видимо, не поддерживается русификаторами, поэтому вначале видели там квадратики, да? Ну, я думаю, это нормально, это не критично. Так, ну что? На лестницу надо прыгнуть. На лестницу запрыгнули. Так, а здесь что? О, смотри, что-то есть. Здесь сказано, что туннель выводит на шоссе, это прямой путь к убежищу. Шеннон и Лидия уже могут быть там. Окей. Отлично, вон выход. Окей, мы взяли карту, да? Получается, карту. Карту выхода. Ну, это мы уже знаем. Так, погоди, смотри. Может, туда перепрыгнуть? Что такое секретик? Точняк, смотри, у трубца. У трубца что-то лежит, одна из этих электронных игр. А, это, короче, как бонус. Да, там есть, ну, в меню, короче, выбор вот этих там электронных игр, короче, разных. Вот, ну, мы к ним доберемся, когда пройдем игру полностью. Так же, как и к уровню выживания. Прикольно, да? Тень такая промелькнула. Что-то ад, что-то люди, что-то. Короче, надписи. Спаси свою душу, короче, в этом аду. Окей. Страница вырвана из книги, здесь поэма. За мною в город путь, страдания и мучений, за мною к вечной боли путь, за мною путь проходит привидений. Интересно, что это за поэма? Мертвецы и трупы, больше они меня не удивляют. Нехило тогда, прихилобучил этого парня. Так, Рэндалл не умеет плавать, избегать глубокой воды. Ну, Рэндалл, ну как так-то? Не умеешь плавать, как ты так?
Вроде лесничий, да, какого там, типа егерь, короче, да, работает и плавать не умеет. Ну как так-то, ё-моё. Давай. Спускай воду. Отлично. А чё, не полностью спустил? Ну, в принципе, этого, наверное, достаточно, смотри. По пояс. Даже чуть выше воды. Блин. В такие моменты, видите, он медленно идет, да, он даже не бегает. В такие моменты главное, чтобы тени не за мной не шастали. Хотя, вон, смотрите, трупы лежат, я вижу, да. Сейчас мы, вот 100% мы сейчас, короче, спустимся в воду, и эти твари, короче, за нами побегут. Вот я уверен просто. Давай это проверим сейчас. Ну, чуть поменьше воды, чем в предыдущем отсеке. Ну, давай, смотри. Смотри, сейчас зашевелится. Ну, давай, давай, шевелись. Вставай, ну. Давай. Вставай. Я же говорю, блин. Это же стандартность, да? Смотри, они... Блин, а почему Рэндалл так херово идет по воде, а они просто, смотрите, как будто воды нет даже? Интересно, они пролезут? Не, они через трубы не могут лезть. Тени это необычно, окей. Так. Тут перепрыгивать, походу, да? Ну давай! Оп! Ай-яй-яй-яй-яй, быстрей! Молодец. Так, бабенция, смотри, стоит. Сейчас побегут за мной. Так, у трупа ничего нет. Федеральная автострада 5. 4 июля, 86 год. Статус обновлен, смотри. Добро пожаловать в Сиэтл. Вот что осталось от нашего мира. Усыхающий оазис. Воды больше нет. Жизни больше нет. Война между людьми и тенями. Уничтожение. На трассе полно брошенных машин, на которых пытались выбраться из города. Короткий путь к убежищу можно найти на другой стороне дороги. Кстати... статус обновлен, да, мы в начале игры, короче, статус прочитали, ну ладно. Согласно на карте, я должен пересечь это шоссе, чтобы добраться к убежищу. Да, конечно, сейчас мы все пересечем. Главное, вот здесь вот на электричество не попасть. Отлично. Все четко. Так. Айди незнакомца, имя Артур Ле Аллен. Артур Аллен. И велик валяется. Прикольно, да? О, смотри, из машины вылазит. Пытается вылезти. Нахрен ты вылезешь. Застрял, чувак. Ни руки не тяни. Ладно. А, смотри, это только начало, да? Deadlight. Директор Скотт. Не, прям как англичанин, да, так прям. Кат. Кат, директор Скотт. Директор Скотт. Скот, блин. Скот. Вот оно. Вот что осталось от нашего мира. Это остатки войны между людьми и тенями. Снимок того, чем мы стали. Чертов ад на земле. Вот. Не ругайся. Все будет отлично. Мы выживем. Как же без этого? Ну, по-любому выживем. Смотри, вот, блин, задний фон вообще клевый просто. Нахер. Сейф поинт. Смотри, даже на ветру обрывок рекламы, да, вот смотри, шелестится. Так, что здесь? Еще одна из этих чертовых листовок правительства. Карантин. Никакие предупреждения в мире не спасли их. Короче, взяли лепесток карантина. Так, перепрыгивай через забор. Ладно. Я тебя услышал, понял. Я тебя понял и услышал. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А, я думал, это какая-то ловушка, короче. А это просто... Сломались. Сломались тут. Смотри, а это, короче, какой-то лагерь военный, да? Смотри, палатки стоят там, флаги, да, всякие.
Вот, ну, вон трупешник лежит, но не тут-то было, тени нагрянули, короче, внезапно, наверное. Вау! Твою мать! Ладно, иди сюда. Ух ты! Ух ты ж, мать твою! Все, чувак, сиди там. Обломись, а? Не сегодня, не сегодня. Сегодня тебе не суждено откусить кусок жопы Рэнди. Так, что там? Вырезка из репортера Сиэтла 21 февраля 86 год. Внимание, Советский Союз на орбите. Тут говорится об этой космической станции, которую русские запустили на орбиту. Ну, конечно, как же без русских-то? Как же без русских-то? Русские всегда должны присутствовать в игре. Аптечка первой помощи, понятно, не нуждаюсь в ней. Так, наверх. Свалка села. Давай. Статус обновлен, смотри. Я стараюсь, чтобы пережить стычки с этими тенями. Мне повезло, что я выжил. Но глубоко внутри я чувствую ужас. Где мои девочки? Моя жена Шеннон, моя дочь Лидия. Вижу ли я их снова? Я должен найти своих друзей и своих девочек. Я должен. Найдем не ссы Рэнда. Ронда. Найди конфеты были раньше, Ронда. Потому что сейчас у меня есть. Давай, Змиты, что там? Топоры. Я нашел пожарный топор. Раунд вместе с головой оторвал. Брутально. Спасибо, приятель. Нажмите удар топором. Ага. Чтобы разбить доски. Понятно. А, смотри, у нас выносливость кончается, да? Окей. Что это было? Смотрите. Автобус, да, там что-то? Окей. Замок мы сломали. Так. Понятно, с этого выступа, короче, через забор. Удержите, чтобы добить упавших. А, короче, обычный удар и сильный удар, я понял. Окей, ну давай. А, ой, нет, сейчас я не буду. Никогда сейчас. Потом. Ты что творишь, а, Рэнди? Ты что там прыгаешь здесь? Ладно, смотри, это какая-то парковка, это какая-то автосалон. Ну, не автосалон, это автомастерская, да? Окей. Понял. Отлично, раздавил. Но там второй встал. И еще один он здесь. А там еще другой. А там еще здесь идут. Окей. Ладно, я с вами не буду связываться. Пошли вы взад. Нажмите, чтобы сломать доски. Это мы знаем. Если можно... Проклятая буря. Смотри, да, дождь начался, буря. Если можно избежать стычки с тенями, то мы будем ее избегать. Смотри, прикольно, да, вот этот... Прям погода испортилась. А это что? Лидия? Нет. Я должен быть, должно быть устал. Разум плывет. Что, видения какие-то? Рэнди, ты почем? Так, что здесь? Утерянная записка из моего дневника. Понятно. Давай читаем. 26 марта, смотри, что это? Какие-то рожи. Орущие рожи какие-то. Все утро были пляски вертолетов. Дерьмо, он снова там. Это тот же, что кружил над долиной всю ночь. Похоже, что военные наконец-то решают проблему. Они передают сообщение. Местное население должно отправиться на аэродром. В полдень. Они говорят, что нет времени. Похоже, что военные отвезут нас в безопасную зону. Значит, город больше не безопасен. Крошечный город, изолированный от всего, окруженный глухим лесом, защищенный горами, больше не безопасен? О чем, черт подери, эти люди говорят? Я ничего не понимаю. Надежда. Какая ирония. Город стал местом без надежды. Я должен что-то сделать. Моя семья в опасности. Что бы это ни было, он пришел в Канаду. Понятно. Так, и все, да? Окей. Короче, да, говорит ирония, да. Город под названием Надежда, в котором больше нет надежды. Да. Так.
Так, окей. Здесь ничего. А, выбить с ноги. Воу-воу-воу-воу-воу, ты посмотри, там просто рванули они. Ой-та-та-та-та-та-та-та-та. Давай-давай, пошел-пошел. Окей. Так, отсюда на лестнице, окей. Переворачиваемся. А, фишка такая же, смотрите, выносливость кончается. Фишка такая же, помните игру I Am A Lift, да, по-моему, называется? Где там скалолазанием всю игру занимаешься. Это тоже постапокалипсис, короче, и лазишь там, по руинам, по всяким. Вот у нас на стриме мы проходили, по-моему. У нас заказывал игру подписчик Миша Баха. Вот. Ну, если... Так. А чё мы? А, отсюда надо перепрыгнуть. Смотри, там труп. Давай посмотрим, что в трупе. Что у нас? Труп. Купюра $100 с карикатурой Бенджамина Франклина. Деньги больше не имеют значения, но выражение его лица забавное. Очень забавное. Что-то... Хоть что-то веселит, короче, нашего героя. Так, тут с разбега надо. Ага, беги, беги. Давай, Рэнди, беги. Не к добру сработал. Чё это сейчас был за... Дерьмо, их слишком много. Что там на заборе сейчас был за маневр вообще? Так, на лестнице. Оп. Окей, и теперь сюда. Отлично. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Чёрт, вот тупые тени. Чё там ковыряет? Смотри, ковыряет, что-то там. Я тебя достану. Я съем твои мозги, я кушу твои кусок сочной ляжки. А внутрь туда нельзя было пролезть, где тень была вот эта женская? Ладно. Вот он что-то лежит. А, аптечка. Да. Ну, аптечка нам не нужна. Нас еще ни разу не кусили, слава богу. Я что-то слышу. Интересно, что? Давай. Взглянем, что он там слышит. Я не понимаю, мужик, если он уже мертв, зачем нам нужно его вешать? Власть нужно сделать визуальной. Они должны знать, что мы следим за ними. Кто? Эти существа? Нет, я имею в виду выживших. Кроме того, какое, черт подери, тебе дело? Приказы есть приказы. Давай, пошли, возьмем следующего. Боже, он весит тонну. Эй, приятель, что стоит дольше, дом каменщик или дом плотника? Я ставлю $100, что ты не отгадаешь. Плотника? Слушай, когда кто-то спрашивает у тебя нечто подобное, просто ответь ему: самый прочный дом у могильщика. Все надгробия стоят вечно, до ебаного судного дня. Какой козел. Оп-оп. Да, да, выпендривались, да, чуваки? Да, выпендривались. Короче, одного захавали, а второй, короче, свалил с обосранной жопой. Окей. Что значит присматривать за выживших? От кого приказ? Да, короче, я так понял, в игре будут маты, короче, периодически, вот. Так что я читаю субтитры. Лично сам я не матерюсь, стараюсь не материться. А вот субтитры придется читать, чё. Так что извиняйте. Ну, иногда, знаете, в некоторых играх без мата никак вообще. Голубой платок, на нем что-то написано, новый закон. Снова голубой, что-то голубые платки. Новый закон, помечает своих убитых, какое-то сообщение. Словно этот мир недостаточно мрачен. Короче, какая-то, не знаю, группировка или что это, секта какая-то, или кто это вообще. Им какие-то приказы выдают, да, и... Кто за этим приказом стоит? Опа, пошел он. Иди нахер. Отлично.
сквозь тень. Ну это ж тень, мы по-любому должны сквозь нее проходить. Вот. Так. Отлично, здесь не перепрыгнуть, надо отсюда, короче. С разгончиком. Оп. Нет, ты не в запасе. Все, о ком я забочусь в опасности. Все, о ком я забочусь в опасности. Так. Ну что, друзья, окей. Время видоса подошло к концу, короче. Вот, давайте, как раз сохраночка прошла, и молния ударила мне в кочерышку, походу. Вот. И на этом будем заканчивать, продолжим уже в следующей серии. Вот. Неплохой такой атмосферный платформер в жанре survival horror. Отлично все сделано, мне нравится. Вот. И кому из вас нравится тоже, ставим лайк, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот, если хотите игру приобрести очень дешево, причем режиссерскую версию, лицензию стимовскую, переходите по ссылке внизу в описании, там я ее там покупал, короче, там скидос отличный. Вот. И обязательно комментируйте.